Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Накануне Нового года артист сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Василий Лановой начал борьбу со страшной болезнью и слег в больницу. COVID-19 не дает людям покоя и в 2021 году. Масштабный вирус коварно распространяется среди мирового населения. Для пожилых людей он представляет особую угрозу, ведь изношенный организм тяжело переносит болезни. Опасный недуг нередко приводит к летальному исходу, поэтому для 86-летнего Василия Ланового заражение коронавирусом может стать роковым. Поклонники артиста переживают, ведь из-за ковида его поместили в клинику на стационарное лечение. Заразилась коронавирусом и Ирина Купченко, супруга Василия Ланового и по совместительству актриса. Женщина и сделала публичное объявление о том, что здоровье актера в опасности. Сама она не планирует ложиться в больницу, но в помощи медиков нуждается. Ирина отметила, что Василий Лановой находится в стационаре, так как риски из-за его преклонного возраста слишком высоки. Однако при этом она уточнила, что актер не падает духом. «Чувствует себя Василий Семенович нормально», — сообщила Купченко. На новогодней неделе планировалось участие Василия Ланового и его супруги в спектаклях в театре имени Вахтангова. Из-за страшного заболевания актеров они не состоятся, эти постановки будут заменены другими. Обновленные афиши появятся на сайте театра в ближайшее время. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр. Oh, 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 oh,